Здравствуйте, друзья! Расцвела еще одна полянка моих новинок из каталога номер 2. Сейчас буду вам показывать по одному и называть. Давайте начнем подряд. Вот такая вот красота называется «Взрывная страсть». Действительно, взрыв красоты, диаметр 8 сантиметров. ЛП «Потерянный рай». Вот такая новиночка распустилась сегодня. Это сорт ЛП «Сладкий ноябрь». Диаметр цветка 11 сантиметров. Многогранная сочная окраска. Решила вам показать. Размер резко отличается от всех остальных. ЛП «Роза пустыни». Малиновая, розовая, белый край. И такие водянистые пузырики. Очень красивый. Тоже диаметр 8 сантиметров. Второй цветочек более яркий. У меня стоят на подсветке. Если поставить на подоконник, конечно же, окрас поменяется в красную сторону. Красотка «Несгораемая страсть». Темно-багровая горловина, как топка огня. Сиреневый краб, переходящий в фиолетовый и в багровый. Вот такой огромный цветок. Радость встречи. Диаметр почти 10 сантиметров. Густой фиолетовый краб. Очень похож на вишенку. Коралловый берег. Очень красивый. Сильно похож на НГ морской конек. Но здесь горловина такая более фиолетово-красная, что ли. Диаметр цветка 8 сантиметров. Густой махровый. Греховная связь. Также белый кант по краю. И такого цвета, наверное, свекольного, что ли. Крупные горошины. Темно-вишневая середина. Горловина. Белоснежная красотка, венчание сердец. Практически отцвела, но все равно хочу показать. Белая и вот здесь немножечко розовая дымка по краю. Желтая горловинка. ЛП «Ласковое прикосновение». Очень нежная расцветка. Вишневый краб. И такой нежно-розовый кант по краю. Диаметр 8 сантиметров. По заказам и по приобретениям, пожалуйста, по номеру 839-464-6004. Именно писать, а не сбрасывать фотографии с экрана. Такие заказы я не принимаю. И вот еще одна новиночка расцвела. Они еще совсем малышки, видите? Вот такая вот эта хранительница очага. Черничный джем. Посмотрите, какие крапины. Именно как в джеме из черники. Косточки. Фиолетовые розы. Махровые. Очень красивые. Шапочное цветение. Розетка компактная. Лист направлен вниз. Цветоносы невысокие. Глоксиния Лав Мила. Белая серединка. Небольшое количество крапа переходит в более густой. Красивое шапочное цветение, фиолетовые розы Элиза, светлая серединка, яркие лепестки, крупные цветы по 8 сантиметров. Смотрите, какая красота, все даже в руку не входят. Цветы в форме колокольца, но махровые. Розетка компактная, лист опущен вниз, цветоносы короткие. Белая лань. Шапочное цветение, белоснежные розы на коротких цветоносах